Во вторую дежурную часть Смоленска поступило сообщение от местного жителя о том, что у него похитили автомобиль, припаркованный около частного дома. Машина находилась в неисправном состоянии. В это же время в дежурную часть поступило заявление от женщины. Она сообщила, что в ограждение ее дома врезалась газель без опознавательных знаков. По свидетельским показаниям, полицейские выяснили, что к преступлению могут быть причастны трое жителей Смоленского района. В отделении полиции подозреваемые дали признательные показания. Трое молодых людей пояснили, что похитили автомобиль с целью его дальнейшего разукомплектования и продажи в пункт приема металлолома. В отношении подозреваемых отделом номер 2 Следственного управления УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса кража. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.